Здравствуйте, милые друзья и гости моего канала. С вами Антонина. Приглашаю я вас в магазин IKEA. В цветочный рай. Как много цветочков домашних. Очень красиво. Но я люблю больше цветущие. Перчатки я купила на следующий, вот на этот сад. Начало сезона, сейчас откроется, и перчатки, конечно, понадобятся. Суккуленты по 249. Очень много, конечно, видов. Такие милые, конечно, создания. Но я ими не увлекаюсь. У меня суккулентов не было и нет. Ну, у меня мало места на подоконнике, поэтому... Я только развожу то, ну, что прям совсем мне нравится. Кактусы тоже не развожу. А здесь, конечно, красота. Такая красота. Гималайский микс. 499 рублей. Но я лучше люблю что-то цветущее. Но что цветущее? У меня цветущее, что-то не очень растет там разное. Вот каланхоя, например. Ну, первый год красивая, второй год я уже такой красивый кустик не могу создать. И черенковала, и сажала, но у меня не получаются такие кустики. Но я купила, все равно, конечно, купила. Розовый махровый я купила и оранжевый. Но красивый, конечно, цветочков много. Прям пышные соцветия. Очень красивый. Вот оранжевый цвет, конечно, меня покорил. Ну, есть ярко-красные, есть даже такие бордовые цвета. Ну, это вот красота на короткое время полюбоваться на подоконнике. Ну, так, наверное, оно и есть. Это мы любим, чтобы у нас десятилетиями они росли. А так, конечно, эхмея. Ну, да чего ж красивые метелочки у него. Посмотрите, какие метелочки. Красота. Я такие не видела. Ни у кого не встречала. Но очень оригинально, красиво смотрится. Конечно, но дороговато. Для такого цветочка мне, конечно, жалко денежек. Бенджамин, фикус Наташа. Ну, низенький такой он, 499, низенький, но он не переплетен, у него стволики только так связаны, чтобы получилось красивое такое, пышная крона. Красивый, конечно. Но такой у меня тоже был 2 года и больше я так вот красивый не получила цветок. Бромелия 699. Конечно, за всеми надо ухаживать. Надо всю эту агротехнику изучить, потому что каждому своя земля, свой полив, свое освещение и много чего, чтобы так пышно цвели. Ну, а это, конечно, рай. Рай орхидей. Орхидеи у меня есть. Я их люблю. Конечно, это очень неприхотливый цветок, который цветет весь сезон, вернее, даже весь год. Маленький перерыв и опять цветут. То есть особо и ухаживать не надо, лишь иногда поливать и подкармливать. Но, конечно, есть некоторые очень красивые. Прям такие красивые. Вот одну пятнистую орхидейку я купила. Это тоже очень красивый такой цвет. Красный. Конечно, вот когда смотришь, они все вместе, так красиво, такие цвета красивые, просто любуешься, не можешь от них отойти. Конечно, хочется купить, вот тоже красивая орхидейка, видите, как лучиками пятнышки такие расходятся, очень красиво. Конечно, очень много видов, очень много цветов. Все хочется купить, но все купить невозможно.
Конечно, когда покупаешь, они такие цветущие, они такие красивые все цветы. Какая красота! Какая красота! Все так ярко, все так прям... Конечно, вот бромелия 699. Конечно, там их подпитывают очень хорошо, поэтому продают в таком красивом цветущем виде. А дома мы, может быть, не так ухаживаем. И вот которая с белыми кончиками цветочек, ну, мне так нравится, вообще необыкновенной красоты, необыкновенный, такой прям яркий, солнечный такой прям. Все белые, конечно, кончики у лепесточков, конечно, очень украшают цветок. Красота, красота. Против красоты, конечно, ничего не сделаешь. Заходишь в этот мир и что-нибудь да покупаешь. Понимаешь, что ты не сможешь ухаживать, но все равно хочется что-то купить. Ну, пусть короткое время, но ты любуешься. Но орхидеям, конечно, нет сравнения. Вот мне кажется, как в садах розы, так дома орхидеи. Настолько красивые цветки, а если за ним очень хорошо ухаживать, он дает несколько вот таких стрелочек цветочных и очень красивые. Вот я посмотрю, у некоторых моих подписчиков шикарные кусты орхидеи, шикарные, просто настолько вот красивые, но за всем, конечно, как я уже говорила, нужен уход, любовь, уход, ой, какая красота. Вот их еще называют бабочки-орхидеи, но я не могу отличить, где орхидеи-бабочки, где простая орхидея. Вот в этом, конечно, я совсем не знаток. Я просто любуюсь красотой их цветка. А так как еще и цветет целый год, то, конечно, нет ей равных дома. Вот стеклянные кашпо. Мне нравятся стеклянные кашпо, потому что они устойчивые. Пластмассовые они падают иногда, когда орхидея перерастает. А в стеклянных она, конечно, стоит долго. Всего доброго, мои дорогие. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь с колокольчиком, чтобы с нами быть вместе всегда. Всего доброго. Пока-пока.